Привет, друзья! После прошлого поста читал комментарии, что только не пишут люди. То есть, что наш препарат можно заменить чем угодно. То есть, и магний В6 можно пить и такой же эффект получить. И магниевое масло какое-то, я не знаю, в аптеке спрашивал, никто не знает. И вплоть до того, что перекись водорода предлагали пить внутрь, хотя это запрещено, потому что не все это яд. Вот, сейчас я хочу показать эксперимент, в чем отличие нашего магния водорода от магния В6, который есть в аптеке. Вот, вот магний В6, таблетка, берем ее. Что это, таблетка или нет? Вот, я ее полностью сейчас разомну здесь. Что основное? Основное открытие японских ученых, которое было сделано, на основе которого сделан наш водород. То, что магний при соприкосновении с желудочным соком, вы все знаете, что желудочный сок – это кислота, он начинает выделять водород. Так вот, если магний В6 содержит магний, как написано здесь, не самого магния, а какого-то магнихлорида, что соответствует 48 граммам магния, вот, то если сейчас мы сделаем его соприкосновение с кислотой, то он должен выделять водород. Как наш препарат. Вот наш препарат. Вот магний В6, откуда я взял эту таблетку. Теперь открываем наш капсулу. Вот, открыть. И вот насыпаем магний. Теперь заливаем водой и то, и то. Создаем кислотную среду, как в желудке. Можно добавить, можете, когда купите магний, можете дома уксус добавить, можете лимонную кислоту, что угодно, любую кислоту. То есть нужно создать что-то такое же среду, как в желудке. Вот, добавляем сюда лимонный сок и сюда лимонный сок. Можно с косточками, ничего страшного. Смотрим, да? Тут уже реакция пошла. Теперь размешиваем здесь. Никакой реакции, потому что там магния нет. И здесь. Смотрим. Все, видите, начинает пениться. И вот сейчас водород, он, как вы понимаете, бесцветный газ. Но он сейчас выделяется, вот полностью происходит реакция, он выделяется. Когда попадает в желудок, он выделяется прямо в организм. Через клетки организм попадает, проникает абсолютно везде. Попадает везде. Разжижает кровь, очищает сердечно-сосудистую, удаляет тромбы, выводит сахар, излишки сахара, выводит излишки соли из организма и прочее. Вот если посмотрите на дно, там уже магния никого нет, он растворился, превратился в водород. Вот и все отличие нашего магния-водорода от аптечного. Он даже не растворился.